Да, я считаю себя молодой, у меня есть ТикТок, и поэтому я думаю, что отвечу на многие ваши вопросы. Ну, я как бы стараюсь быть в трендах, там, ТикТоки смотрю, еще что-то там. Одноклассники тоже есть. Не очень, я не в тренде, не в теме. Да, ну нет, конечно. Я там, может быть, знаю что-то, но... Зависать, не знаю, там что-нибудь такое. Какая-то ругань. Рухлить, рофлить. Тусить, я не знаю, работать. Ну, не знаю. Ну, может быть, издеваться над кем-то? Шутить? Я не знаю. Да? Шутки шутить? Это, по-моему, кого-то задирать, как-то унижать. Мне так кажется. Рофлить, я думаю, это что-то типа смеяться, что-то вот такое над чем-то там, еще что-то. А, смеяться, ну да, шутить. Я такого не знала. Первый раз слышу, надо запомнить. Ты сейчас меня рофлишь? Я в трендах просто. Донатис? А вот это я что-то... Это... Если честно, даже донатить, даже предположить не могу. Ну, думаю, что, возможно, донатить это угорать. Я это знаю, в играх, когда деньги покупаешь, чтобы что-то купить в игре, да? Вы знаете, вот в ТикТоке есть, по-моему, штука, когда ведут прямые эфиры и что-то отправляют, мне кажется. Ну, не пополнять чей-то счет, а там отблагодарить как-то. Я слишком стара, мне кажется. Я вообще не знаю уже второе слово. А ты сам-то знал? Так, бумер, зумер. Это противоположности какие-то? Типа один такой, один такой? Может, это два друга? Бумер — это BMW, а зумер — это, может, зум, который музыку ищет. Ну, зумер, я так, ну, думаю, по логике буду рассуждать. Ну, зум — это видеочат какой-то. Зумер, может, это тот, кто по видеочатам каким-то общается, не знаю. А бумер, может быть. Так, если видеочат, то может без видео, просто там какими-то аудио или что-то такое. Черный бумер, я думаю. А зумер? Вот этих я вообще не знаю слов. Ну, типа атака, оборона. А, все, я поняла. Бумер — это тот, кто забивает, а зумер — тот, кто отдает голевые, ассисты. Нет. Ну, молодое поколение, чуть постарше. То есть зумеры — это такие молоденькие, а бумеры — это которые уже... А, молодые и опытные. Поколение. Со мной вообще ничего не выходит. Не зря меня все зовут Димулька Умняк. Пожалуй, тебе надо эти вопросы задать Яне Шейной, потому что я из бумера. Бумеры, я думаю, это ближе ко мне. Крутой. Тащить, таскать. Тащер — это тот, кто решает. Ну, решает что-то в какой-то конкретной ситуации. Ну, например, там, не знаю, Нелли Коровкина, например, тащер Локомотива и сборной. Ну, вот что-то такое. Я хотела пошутить, что это я, но это не я. Нелли Коровкина. Все тащеры. Ну, Нелика просто. Тащер — вратарь. Ну, тащит что-то, какую-то ситуацию на себе. Были, когда мы с «Зенитом» выигрывали по 1-0, я там или пенальти заработаю, или там гол забью один. Ну, наверное, вот такие какие-то матчи. Провал. Нет? Кронштадт. Кронштадтский бульвар. Там «Ты мой краш». Вот это все поется. Ну, типа, лавки. Ты мой краш. Я уже пела когда-то ее, да? Ты мои скамейки. Ну, типа, любовь там, все такое, все дела. Краш — это футболист сборной России по пляжному футболу. Краш — это человек, который тебе нравится. Тебе нравится человек — это твой краш. Это любимый человек. Любимый? Нет, а может, любимая?
Ну, то как-то я не могу сказать любимый. Мне кажется, что это, типа, мой любимчик. Ну, типа, кому я симпатию свою вызываю. Ну, кто у меня симпатию вызывает, там, я, допустим, за него топлю, там, он мой краш. Например, Месси мой краш, да? Интересно, он об этом знает? Что? Вообще не знаю такого. Ливнут? Ливнуть? Я не знаю, что это такое, но могу предположить, что ливнуть — это как-то схалтурить. Уснуть? Залить? Выпить? Если от слова левак, может, какой-нибудь, нет? Может, халтура какая-нибудь, нет? Будут подсказки в правильном направлении, я думаю, или нет? Ну, может быть, от чего-то уйти? Ну, вот какой-то там, например, спор, и я такая, оп, а я тут, я не знаю, ну да? Уходить. Я еще это не проходила, изучая английский, но до этого еще не дошла. Смотреть, помахать. Смайлик какой-нибудь. Что? Фейс-пал. Пал? Каменное лицо, может быть, какое-нибудь? Ну, фейс — это лицо. Может быть, покер-фейс. Попрощаться? Лицо пальма. А, ну, типа рука-лицо. Это просто я сегодняшний вопрос. Фейс палм. Я не буду говорить, потому что мне так нравится, когда ты сейчас долбишь. Продолжай подсказывать. Ну, рука-лицо можно было не на английском, просто рука-лицо. Тупое лицо. Это когда мы какие-то вещи, наверное, на шестом сборе не понимаем, и Юрий Анатольевич так. Ну, типа, это же элементарно прессинг. Окей, Google. Выпендриваться? Не знаю. Разговаривать? Петь? Кричать, петь, орать. Отправлять голосовые сообщения? Аудиосообщения? Ну да, я знала. Нет, вот я вообще не люблю это. Только когда мне вот прям вообще я не могу писать, и мне нужно быстро записать голосовое, там даже к каким-то близким людям еще могу, а там посторонним я редко когда. Не, ну в WhatsApp сейчас там можно ускоренное сделать. Быстро. Ну прикольно. Как бы, когда, если большой какой-то текст, то удобнее реально аудио. Очень сложные слова. Пруф. Я много раз слышу это слово, но не знаю тоже. Руферы — это те, кто по крышам лазит, а пруф. Забыл значение на английском слове. Решить? Рассказать? Аргумент? Факт? Я сейчас буду такая тупая, просто. Я просто не могу. Ты у меня какими-то научными. Давай проще. Можно это будет вырезать? Да, докажи, типа, доказательства. А, да боже мой! Доказ, рассказ. Доказ, доказ. Свидетельство. Господи. Так и надо подсказывать доказ. Можно это вырезать и заново вопрос задать? Я скажу, это доказано. Я вот доказываю. Почему я не могу спокойно разговаривать, как обычно, как только камера? Я... Паль, правильно? Чушь. Вранье, фигня. Ерунда. Неправда. Паливный. Это что значит паль? Паленый. Типа, как это к человеку относится? Паленый человек? Что-то паленое? Паленая вещь какая-то? Ну, китайский. Паль китайский. Дешевая подделка какого-то там, ну, одежды, допустим. Паль, надо запомнить. Придешь на рынок, это не паль? Нет предположений. Дорогой? Бенгер. Я же говорю, при детях нельзя. Какое-то тоже иностранное слово. Даже предположить не могу. Хоть в каком это направлении. Что-то из рэпа? Бенгер. Это у Федука есть такая песня. Бенгер. Ну такая. Брейкданс. Ну, типа, классная песня. Взрывная.
Бомбическая просто. Настоящий хит. Бенгер — это которая, типа, первые ряды за топ? Я чего вообще, я не могу. Хит? Ура! А, все, поняла. Ауф. Ну это просто шутка из соцсетей. Ну, я там сказала какую-то цитату и такая, и кто-то такой, ауф. Когда водила протянула аукс. Все мои волки делают ауф. Если ты хочешь добиться цели, добейся ее. И кто-то такой, ауф. Ой. Вау, да? Вау. Вау. Ну, эмоция такая, да? Это когда Роналду через себя в Лиге чемпионов забил, и Зидан такой, уф, вот так вот делал. Общее развивающее упражнение. Ну, ржу, смеюсь, угораю. Это я знаю. Тащусь. Восторг. Круто. Ну, типа, когда очень сильно смешно. Я такая аж ору. Но я часто пишу. Ну, это типа смеюсь, мне очень смешно. Ну, ору — это смеяться, значит, типа над какой-то шуткой там пересказываешь. Мы вообще орали, то есть как бы мы вообще смеялись там, типа, ну, очень смешно.